Sei muito bem dessa mina, cabeça nós já conhece. Sei muito bem dessa mina. Перед началом сварочных работ подготавливаются машины, очищаются полностью и подготавливается тестовый шов. Мы берем кусок мембраны, почищаем его и на нем делаем пробный шов с разными, с вариациями разных настроек машины. На тестовом мы обязательно пишем. Что ты написал, Марат? 480 и скорость тройка получается. Это настройки 480 градусов, будет поток воздуха и 3 метра в минуту. 3 метра в минуту будет скорость. Вторая машина тоже готовится к тестовому шву. Вот сейчас Рашид взял два куска, уже будет подготавливать, он сделает просто прихватку. И вот сейчас пойдет первый тестовый шов. Прежде чем он начнет варить саму мембрану уже здесь, он сделает тестовый шов, для того, чтобы убедиться, что настройки машины правильные. Так, давай, сейчас будет разрыв тестовый. Ну, вот это считается идеальный шов. Настройки машины очень хорошие. Отходит материал, который был приварен, полностью 100%. Это значит, что работа сделана качественно и машина настроена правильно. Он ставит свою роспись. Температура, которая сейчас, и настройки. Вообще полагается вот это еще в конце дня давать технадзор, который должен так глянуть.